Боевики на Донбассе ранили украинского военного. Пророссийские боевики на Донбассе вновь нарушили режим тишины и обстреляли позиции подразделений объединенных сил. В результате вражеского обстрела украинский военный получил ранение. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на оперативно-тактическая группировка «Восток». Раненному военному сразу же оказали медицинскую помощь, после чего его транспортировали в лечебное учреждение. Известно, что состояние раненого военнослужащего удовлетворительное. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, отметили в группировке «Восток».